Слово для поздравления предоставляется почетному гостю, заместителю председателя законодательного собрания города Севастополя Василию Михайловичу Пархоменко. Дорогие друзья, я хорошо говорю, вы меня услышите. Но это же замечательно, вот что среди череды больших замечательных праздников, 1 мая, 9 мая, День Победы, вчера мы отпраздновали день рождения Черноморского флота, скоро отметим всеобщий наш любимый праздник День Пионерии, вы нам, Севастополю, подарили наш маленький, но вместе с тем от этого не менее чудесный праздник 55 лет вашей музыкальной школы. Вообще, сельская музыкальная школа, я вам скажу, уникальное явление. Это продукт советской эпохи. И я вот сегодня с удовлетворением отмечаю, вижу, что хорошо отремонтировано, знаю, что и в других филиалах запланированы, ведутся ремонтные работы, знаю, что покупаются новые музыкальные инструменты, а после сегодняшнего праздника мы вместе с исполнительной властью возьмем на особый контроль, чтобы у вас все было хорошо. Можно поаплодировать в этот момент. Продолжается связь поколений, связь времен, значит, есть у нашего города, у нашей детворы будущее. Вы творите замечательное дело. Вот после казанских событий я вспомнил простую истину. Об этом говорят все мудрые преподаватели, все психологи, что если мы с измальству приучили ребенку к перу сочинителя, к кисти художника, к инструменту музыканта, он никогда не возьмет в руки оружие и не пойдет убивать своих сверстников. Это простая истина. И то, что вы творите, за это вам огромное спасибо. Потому что вы делаете наших детей, наших внуков чище, благороднее, душевнее. У них совсем другое мировоззрение, другое восприятие этого мира. Это исключительно важно, дорогие друзья. Поэтому в этот праздничный день, не только для вас, но и для всего Севастополя, я от всего сердца, от имени всех своих коллег-депутатов, хочу поблагодарить тех, кто стоял у истоков создания этой школы. Это ж надо не по планам каким-то государственным, а инициатива местной власти, инициатива добрых людей. Хочу поблагодарить тех, кто уже на заслуженном отдыхе. Особо спасибо сказать тем, кто сегодня работает с ребятами, преподавая им музыку. Хочу поздравить выпускников этой школы, посмотрите, какой чудесный длинный список музыкантов, то бишь учеба в этой школе повлияла на их судьбу фундаментально, и они, собственно говоря, всю дальнейшую жизнь связали с музыкой, с этим прекрасным искусством. Хочу сказать, поздравить тех ребятишек, которые только пришли в школу, и которые еще, наверное, придут по совету мамы, папы, по совету своих сверстников. Это действительно очень замечательно. И низкий вам сердечный поклон за то благородное дело, которое вы творите. С праздником вас, дорогие друзья!